Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня это новая серия на проекте Amazing Holy Play. Сегодня будет очень интересная серия. Сегодня будет реально очень много всякой информации, поэтому смотрите видео от начала до конца. Но давайте я перед этим объясню вообще, в чем суть видоса. Получается, Влад Серов ушел с проекта и подарил мне коттедж за 70 миллионов в Южном и газон. Я потом это все продал и купил себе кое-что очень охуенное. Вы об этом чуть позже узнаете, поэтому смотрите видео от начала до конца. Давайте договоримся так, то что вы набираете 200 лайков и выходит новая серия, потому что я уже ее записал, ее осталось только отмонтировать, новую серию. Она не менее интересная, поэтому покажите хорошую активность и я выпущу новое видео. Все зависит реально только от вас. Вот просто не ленитесь, возьмите там, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы вдруг не подписаны, напишите комментарий. Просто давайте сделаем на этом видео хорошую активность. Если будет хорошая активность, то я буду почаще выпускать ролики по Амазингу, потому что если вижу хорошую активность, значит я понимаю то, что я снимаю, монтирую не зря. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как, пацаны, вы поняли, это все мне подарили. Мне подарили, получается, газон и подарили коттедж в Южном. Но я это все буду продавать, потому что Влад Серов, он уходит с проекта, и ему это имущество не нужно. Поэтому, как бы, я это все продам, и у меня будут бабосики либо конкурсы делать, либо что-то себе интересное купить. Я вот только с котлована приехал, покидал объявки, нашелся уже покупатель. За 60 миллионов сейчас я коттедж продам, и потом уже продам газон. Еду сейчас в последнюю ходку завести продукты в бизнес, потому что там вообще ноль продуктов просто. Я зашел, смотрю, 20 продуктов, потом херак, вообще нету продуктов. Поэтому я 3 ходочки сделал, я думаю, нормально, пока что хватит, потому что бабок вообще у меня сейчас нету, я все потратил. Купил себе еще новую машину, я вам чуть позже ее покажу. Вот такой, получается, я себе аппарат купил, не буду резать сколько, потому что, возможно, я потом его продам, а в резать сколько я его покупал, я не хочу, чтобы потом меня не обвиняли в том, то что я дорого продаю там и так далее. Но тачка мне нравится, здесь, конечно, нон-РП номера 3А30, но они пиздато смотрятся и сама машина интересная. Просто номера мне очень понравились, вот эти 3А30, ну реально пиздато смотрится. Возможно, я эту тачку потом продам, либо просто сниму номера и переставлю на другую машину. Об этом вы, короче, потом позже узнаете. Пока что я буду на этой тачке ездить, на этих номерах, переставлять их не буду, потому что нет никакого желания, я еще не накатался, я ее только сегодня купил и толком даже на ней ездил. Я целку на ней починил, потому что она здесь убитая была. Здесь целка была 68, прикиньте, я охренел. Я заехал в 100, до 88 сделал. И потом уже в коттедже целку полностью сделал, нормальную. Шоу, погнали, господа. Так, за 60 лямов сейчас продадим. Бля, ну конечно, дом прикольный, реально. Типа, ну зачем мне 2 дома, понимаете? Мне лучше сейчас бабулечки поиметь, и будет вообще по кайфу. Вот Денис Валь покупает. Как бы я мог его дороже продать, но просто свои пацаны попросили продать за 60, поэтому я не смог отказать. Так, продажа дома. 343, 60 миллионов. Так, да, 60 миллионов, по-моему. Все правильно, да? Фух, пацаны. Блин, я никогда дом так дорого не продавал. Это реально дорого, бля, 60 лямов, прикиньте. На просто, мама, я в ютубе. Ну реально там пиздатый дом, я вам если что потом покажу его. Бля, только теперь пешком идти, сука. Сейчас надо будет свой дом забрать, потому что у меня машины недоступны. Мне надо вот этот газончик продать будет. Где он? Вот этот газон мне надо продать будет. Госка 10 лямов, мат 8 номера, пробег 9000. Все, нашел покупателя, тоже свой пацанчик. Дима Путбуль, получается. Он мне дом вернул, сейчас ему газон продам за 11,5. Да, это не особо дорого, потому что ему цена там 12-13 миллионов. Но как бы свой пацан, почему бы по дешевке не продать? 11,5, я думаю, нормальная цена. Короче, забегаем, сейчас ему продадим. Так, вроде бы газон у меня выбран. Так, продажа транспорта. 347. Хотел за ноль уже написать. Так, 347. 11 миллионов 500 тысяч, да? Вот так вот. Так, газон next, мат 8, Дмитрий Путбуль, комиссия 50 тысяч, погнали. Все, продаем ему тоже машинку. Не хватает у него денег, сейчас, короче, подождем, пока он бабки снимет. Все, он прибежал, у него теперь не хватает бабок, 11,4. Ну ладно, пофиг, в принципе. Так, продажа транспорта, 347, 11 миллионов 400 тысяч. Все, продаем. Все, пусть забирает эту колымагу. Ну, мне он не нужен, как бы. У него есть еще один магнум. Этот он либо продаст, либо себе оставит, я не знаю. Короче, тачка продана за 11 миллионов 400 тысяч.
И теперь у меня 71 миллион 264 тысячи. Не знаю, куда буду бабки тратить. Либо куплю какие-то фулбаты прикольные, либо просто буду там тратить на бизнес, на улучшение, либо еще на что-то. Короче, следите за каналом, вы все узнаете. Ну что ж, пацаны, вот эта машина получается теперь моя. Я ее купил за 60 миллионов. Да, возможно, это дорого, хотя я считаю то, что это вполне себе хорошая цена за данный автомобиль, потому что номера реально классные. Тем более я восьмерки собираю. Вот можете даже посмотреть. У меня есть 3R3 восьмерки, топ восьмерки, 3K3 восьмерки, АМР восьмерки, 3У3 восьмерки. И еще есть у меня Магнум, но он сейчас не у меня, МР восьмерки. То есть я собираю себе номера восьмерки, и я был рад купить именно эти номера. Да, 60 миллионов, конечно, это много вообще за номера. Ну, за эти номера это немного. Им цена, в принципе, 60-70 лямов, я считаю. Я еще полностью ее затюнил, вне серии. Поставил винил, полностью ее затюнил, прям полностью. Все, что было в ИСТО, я, короче, поставил. Вот, можете посмотреть каркас, целостность 93, ГОСКО 4,5, номера. Все, короче, в ней есть, все, что нужно. Ну, блин, с винилом этим, конечно, она пиздато смотрится. Еще спойлер воткнул. Ну, короче, поставил реально все, что было в СТО. И вот здесь, получается, находится особняк, который мне подарили, который я уже продал. Я решил вам его показать, потому что, к сожалению, как мне его дарили, я не записал. Но давайте я его хотя бы вам внешнего покажу. Вот именно этот особняк мне подарили, и я его продал за 60 миллионов. Вы спросите, зачем ты его продал? Да потому что у меня есть свой особняк, который находится вон там, вот у въезда. И я продал этот особняк Денису Вальту, вот. Денис Вальт до сих пор его не продал, то есть он купил его для себя, а не для перепродажи. Но я считаю то, что реально хорошее место, недалеко от рыбалочки, вот. Напротив парковки возле рыбалки находится данный особняк. Номер у него 22. Ну реально, короче, пиздатый домик. Я, конечно, мог бы его дороже продать, но я его продал за 60, потому что у меня свои пацаны попросили. Я мог бы его спокойно за 70 продать, просто нужно было немножко подождать. Но пацаны предложили 60. Я такой, хорошо, окей. Потому что свои пацаны тоже, как бы, когда-то выручат, я уверен в этом. Поэтому вот такие вот дела. Получается, Dodge у меня еще остался, который я купил. Вы его видели тоже. Ну, тачка реально пиздатая. Типа, да, это М-ка, но я решил, что у меня будет пока что две М5-ых, F90. Потому что у меня есть, получается, вот Мурка есть. И есть вот еще одна теперь BMW F90. Теперь у меня их две. Пока что оно так и будет, потому что, чтобы снять номера, нужно задонатить 600 рублей. Я этого делать не хочу. Я хочу купить номера с рулетки, потом просто переставить номера на другую машину. На какую машину, не знаю. Можно было бы, конечно, 3R3 восьмерки переставить на М8. Ну, типа М8, типа восьмерки. Было бы пиздато. Но эти номера ей больше идут, мне кажется. 3 Ольги 887 больше идут, чем 3R3 восьмерки. Кстати, я вот задумываюсь продать вот эти номера. И продать вот эти номера. Вот эти номера я продаю, получается, за 50 миллионов 3S3 четверки. А 3W3 пятерки я продаю за 70 миллионов. Если вдруг кому интересно, кто хочет купить, пишите мне в ЛС ВКонтакте. Торга нету, пацаны. Я торговаться не буду, потому что мне жалко эти номера продавать. Кто для себя покупает, тот, в принципе, найдет деньги и купит. А для перекупов просто дорога в одно место всегда. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.